Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего YouTube-канала про восстановление. Сегодня продолжим рубрику «Муха не сидела». Это относительно новые автомобили, не знающие, что такое пробег или наработка. В основном такая техника по ряду причин простаивает в ангарах или помещениях, находясь на хранении у своих владельцев. И вот совершенно случайно встретил я в продаже очередную гаражную капсулу времени, если, конечно, можно так назвать. Это КАЗ-4540 Колхида. В продаже автомобиль находится давно, но грузовик до сих пор не продан. Если верить фотографиям и описанию к объявлению, пробега нет практически совсем. Если быть точным, 83 километра. Получается, что автомобиль прибыл в Свердловскую область не своим ходом, прямиком из Кутаисского автомобильного завода, еще в те 90-е годы, по словам владельца Колхида 1990 года выпуска, стояло практически 30 лет в боксе. Грузовик немного разукомплектован, кузова и каких-либо надстроек нет, только лишь шасси. Что-то мне подсказывает, что владелец нас не обманывает и говорит правду. Видны пломбы, огромный слой пыли, да и восстанавливать такую машину никто бы не стал. Сами ведь знаете, что КАЗ не пользуется большой популярностью у водителей. К сожалению, качество фотографий не очень, но все агрегаты и резинотехнические изделия выглядят как новыми. Это все из-за гаражного хранения. Для нашего времени встретить такой автомобиль – редкость, так еще в беспробежном состоянии. Да и цена 480 тысяч рублей слишком велика. Обязательно в комментариях напишите, какие прозвища носили автомобили Кутаисского автомобильного завода. Ждем ваши шутки про Колхиду в комментариях. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!